Станция метро Крестовский остров. Вот эта вся толпа идет на фестиваль тюльпанов, который открылся сегодня в Центральном парке отдыха на Крестовском острове. Фестиваль тюльпанов. Тема «Парк всех влюбленных». Каждый год проходит фестиваль тюльпанов. Ну вот, один раз мы были, как-то нам удавалось. В Крым мы в это время не уехали. И в этом году тоже есть возможность побывать на этом празднике цветов. Прошло буквально 7 минут. Я купила билет. Могла бы, конечно, и польготные, но вот пенсионные не взяла, поэтому пришлось заплатить мне 250. Все, быстренько прошла. Очень хорошо организована продажа билетов. Очередь прям движется быстро, и я уже стою на мосту. Вот вход в парк по вот этому мосту. Сегодня ветерочек небольшой, 18 градусов тепла. В принципе, хорошо. Нормальная погода, и не жарко, и не холодно. Вот такая красота, которую мы порой не замечаем. Ух! Ну, мне кажется, холодно еще, я бы не решилась. Ну ладно, пойдем. Сегодня я одна, так что буду снимать все, что увижу, по своему желанию. Здорово кто-то придумал. И здесь еще и колокольчики висят. Ну, а вот и первые тюльпаны. Посажено около 200 тысяч луковиц, ребята, в этом году, и 150 сортов тюльпанов. Ну, этими тюльпанами нас сильно не удивишь. Конечно, красота. Здорово. А вот там вдали, как черемуха цветет, посмотрите. Шикарно, здесь иностранные гости у нас. Вот так и будем потихоньку продвигаться и смотреть. Честно, я телефон еще не изучила. Не буду, как я его дома, на чем поизучаю? Просто будет это сразу. Не надо вам. Наш народ и полюбоваться красотой умеет, и, конечно же, покушать. Как на голодный желудок любоваться цветами, думать о любви. А сегодня тема цветов, вот этой композиции, этого фестиваля «Парк всех влюбленных». Так, ну, мне развлечения не очень нужны. Атмосфера отдыха, тепла, уюта. С одной стороны на лужайке, а с другой стороны цветочная красота, которая напоминает нам действительно о чувствах, что нужно быть добрее и внимательнее друг к другу. Цветник любви, воображариумы, музыка на воде, фестиваль тюльпанов.
по этой красоте, вдоль этой красоты посмотрим. Смотрите, сколько их здесь. Разных цветов, разных оттенков, разных сортов, разных форм. А эти желтенькие еще не расцвели. Вот на что-то они мне вот что-то напоминают, но я никак не могу понять. Thank you.
Масляный лук – важнейшая часть дворцово-паркового ансамбля «Росси». Убедительная просьба не ходить по лугу. Не ходить по лугу. Заметно. Они не ходят, они передвигаются по лугу. Моржей. Да. Небольшая масса сфотографировала. Ну ничего. Thank you.
Ребят, фотографируют тюльпаны, и мне телефон подает сигнал, что осталось мало энергии. Скоро он отключится. Говорит, хватит тебе снимать. Я думаю, что мы еще приедем сюда. Павильон построен в 1818 году. Архитектор Росси. Охраняется государством.